Здорово и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Сегодня я порадую вас очень хорошим боем, ну как боем, спаррингом между двумя очень крутыми бойцами: Флойдом Мейвезером и Полом Спадафорой, чемпионами легкого веса на тот момент, когда проводили этот спарринг. Флойд в желтом шлеме, Спадафора в черном. Спадафора левша. Правый сбоку пропускает Флойд. Перед этим попал правый прямой. Позиционная борьба. Флойд отбивается от Спадафорова напада. Чуть-чуть поддавливает Флойд. Пытался передней рукой с уходом в сторону пробить апперкот Спадафора. Не попал. А вот левый прямой в корпус проходит. Правый прямой от Флойда в область лба. Промахивается Флойд. Размен. Но Флойд уходит от последнего удара. Это будет очень-очень высокоуровневый бокс. Смотрите сами. Спадафора работает джебом. Флойд промахивается, входит в близь. Такой полуклинч, джеб от Флойда. Мейвезер работает, как всегда, от положения соперника. Сам никогда не работает. Пропускает по корпусу Флойд с левой руки. На ближней дистанции. Левый прямой в область груди пробивал Спадафора. Отвечает тем же в область корпуса, уже пониже Флойд. Только с правой руки. Джеб от Флойда. Работа передней рукой от обоих бойцов. Флойд работает в классическом своем шоулдер-ролле. Передняя рука опущена, плечо поднято. Двоечка от Флойда, но не попадает. Правый сбоку от Флойда проходит. Пол пока изучает Флойда. Мейвезер старается не быть все время на одной линии. Но при этом не мельтешит. Снова левый прямой в корпус от Спадафора проходит. И левый сбоку уже в корпус, в область печени. Флойд почувствовал этот удар. Работа левши самая опасная. Это когда левша работает по печени. Это его сильнейшая рука. Когда он начинает атаки с передней руки, а заканчивает дальней рукой. И когда встречает с дальней руки по корпусу. Особенно когда сдваивает эти удары по корпусу. Особенно когда это делается на ближней дистанции, и соперник у канатов пропускает Флойд. По голове. Снова пытался пробить прямой в корпус Спадафора, но тут Флойд уже все видит. Флойд пропустил сбоку. Снова пропустил Флойд по корпусу левую руку. Раунд заканчивается. Второй раунд. Спадафора майку снял в перерыве. Теперь их легче отличить. Пытался правым сбоку встретить Спадафора. И пробил левый апперкот. Там не видно, попал или нет. Флойд пока джебит. Джебит, подседает низко, отскакивает. Флойд очень хороший взрыв на ногах, он может очень далеко уйти одним прыжком. Так, заходит за спину Спадафора. Простейшая работа левши против стоячего правши. Но вот с подвижным правшой так уже не зайдешь. Флойд начинал справа атаку. Вблизи Флойд их защищался, работа корпусом. Боковой на скачке от Флойда. Ну все, пока было мимо. Удар в корпус от Флойда, но тут не видно, попал или нет. Размен джебами, но оба не попали. Пол Спадафора ищет ошибку Флойда и хочет на ней сыграть. Снова удар в корпус от Спадафора, но тут было ниже пояса, видите. Флойд чуть пожаловался. Так, пытается Флойд достать джебом. С дальней дистанции промахивается двоечка Спадафора. Но снова, смотрите, Спадафора снова ищет корпус. Снова ищет пол корпус. А Флойд все пытается настрелять свой джеб. Но очень ему неудобно бороться с передней рукой соперника, когда она на том же уровне. Флойд попадает в голову, Спадафора отвечает левой по корпусу. Его корона. Флойд попадает справа снова. Резкий выпад у Флойда. Левый сбоку. Здесь Флойд уже достал. Очень резкий выпад у Флойда. Пропускает Флойд в область лица.
с дальней дистанции, промахивается с подофора, снова заходит ему за спину. Видите, это легко делать, там ничего уникального в этом нет, когда ты левша, он правша, и он стоит. Ничего тут сложного нет. Работа вблизи пошла. Флойд все время разрывает дистанцию, даже если сам инициирует ближний бой. Пропускает Флойд куда-то под плечо удар. Слева. Промахивается Флойд со своим выпадом. Флойд боксирует, видите, выпадами. Причем начинает с разной руки. То с правой, то с левой. Бокс такой умный, пока мы смотрим, можно сказать. Здесь работа вблизи, жаль, ничего не видно. Ох, пропускает как сдвоенную левую руку, точнее сдвоенную правую руку с весом на передней ноге. Флойд по корпусу и перевел на апперкот на голову с подофора. Флойд пытается отвечать, пропускает снова эту же руку уже под локоть. Флойд бьет прямой в корпус, сближается. Но с подофора принимает этот бой, посмотрите. Третий раунд. Концовочка второго раунда была очень интересная. Флойд не может боксировать с левшой, который работает с весом на передней ноге и сдваивает переднюю правую руку. И постоянно пропускает левой по печени, даже на дальней дистанции. Если это совмещать вблизи, пропустил Флойд и ответил. Тогда у Флойда проблемы. В подофоре нужно этим воспользоваться. Пропустил джеб с подофора. Правый прямой от Флойда. И серия на ближней дистанции от пола. Промахивается Флойд. Вблизи пропускает правую руку по корпусу. Остальное мимо все было от пола. Жебит снова Флойд. Пляски какие-то от него. С подофора двигается вправо от себя с джебом. Пробивает по корпусу. Флойд уходит. Если Флойд хочет от вас уйти, Флойд всегда уйдет. Ноги у него в этом плане как ракеты. Корпус снова попадает левой прямой с подофора. С первого раунда он нашел этот удар. Джепом попадает Флойд. Но ему нужно этот удар использовать для подхода. Вот, как сейчас. И зачем-то ушел. Большая ошибка. Он мог там поработать. Пробивает левой по голове с подофора. Пытался снова. Снизу, по корпусу. Он же пропускает, Флойд же пропускает этот удар. Давай. Попал все-таки по голове левым. Боковым вблизи с подофора. Работа на ближней дистанции. Пропускает Флойд прямой удар. Пытается ответить апперкотом снова с подофора. Пропускает правый прямой. Но не выпускает он Флойда. Посмотрите, Флойд не уходит. Ух, какая работа, посмотрите. На ближней дистанции качественная. У обоих опущена передняя рука, поэтому они пропускают. Снова пропустил Флойд. Ух. Попытка отвечать. Снова пропустил Флойд. И снова, посмотрите. Левую руку по голове нашел с подофора. Корпус уже не трогает. Снова пробивает Флойд. Отвечает серийно. Апперкот пропускает Флойд. Снова сериями отвечает. Но пол с подофора его не отпускает. Посмотрите, какая работа. Флойд начал уже толкать его. Поднял блок. Подофора меняет угол атаки. Посмотрите. Промахивается Флойд. Попадает два раза справа Флойд и пропускает джеб. Левый сбоку. Двоечка от Флойда по защите. Снова Флойд попадает. Ух, наконец-то пошли удары по корпусу от пола с подофора. Два удара Флойд пропустил, но он отвечает. Флойд отвечает, так как у пола не поднят блок. Флойд отвечает боковыми по голове и попадает. Снова ближняя дистанция. Апперкот пропускает Флойд. Левый. Левую руку очень хорошо использует пол с подофора против Флойда и по корпусу, и по голове. Левый прямой, но здесь Флойд отбился. Четвертый раунд. В последнем раунде было много ближней дистанции. И оба там смотрелись хорошо, но пол был получше. Снова начинает серийно работать пол с подофора с весом на передней ноге. Красиво уходит нырочками от ударов Флойда. Флойд работает только в контратаке. Сдвоил левую руку пол с подофора по голове и корпусу. Флойд отвечает серией. Он натыкается. Левый сбоку. Из левши попадает с подофора. Правый сбоку. Вблизи серия от подофора. Флойд пробивает один ответный. Правый. Пропускает левый прямой.
Под Мейвезер. Левый по корпусу. Клинч. Флойд держит, откровенно держит руку его, посмотрите. Работа вблизи. От пола на ближний. Серии пропускает сдвоенный левый прямой из левши в стиле Марвина Хаглера. Прекрасная работа от пола Спадафоры. Серийная работа. Ух, посмотрите, вес на передней ноге, видите? Но когда он бьет левый, он переносит вес на заднюю. Вот, как сейчас. Бокс вблизи, из левши. Даже Флойд, посмотрите, ух, строил переднюю руку, видели? И добавил левый апперкот, и все взошло. Флойд отвечает, но Флойд отвечает неплотно. У Флойда здесь нет качественного удара. Флойд работает, знаете, как по груше. По пневмогруше. Ударов нет сильных. Пол Спадафоры двигается влево от себя. Флойд промахивается. Снова Флойд промахивается. Какой высококачественный бокс мы с вами смотрим, друзья. Снова вблизи. Сдваивает опять переднюю руку. И добавляет левый. Сдваивает левую. Попытка пробить в печень. Тут Флойд довернулся, чтобы не пропустить. Очень тяжело Флойду Мейвезеру, посмотрите. Пробивает правый по корпусу. Спадафора правый сбоку. Промахивается Флойд. Очень много Флойд промахивается в этом раунде. Уже поднял высоко блок. Но работы от Флойда нет. Правый апперкот пытался Флойд пробить, но правый сбоку, левый сбоку. Ну, правый сбоку Флойд попал. Правый апперкот попадает Флойд. Но Спадафора сразу отвечает, видите? Снова правый сбоку от Флойда. Ну, три удара от Спадафора. Левый прямой опять. Короткий левый прямой вблизи. Пятый раунд. Пол Спадафора, Флойд Мейвезер. Очень тяжелый бой. Ну, бой спарринг для Флойда. Напомню, Пол Спадафора — это единственный левша. И вообще единственный боксер легковес топовый, с которым Флойд Мейвезер в легком весе не встретился. Хотя у него был последний бой, с которого не было у Флойда. Возможно, именно в этом спарринге дело. Флойду этот парень не понравился. Снова левый прямой. Сдваивает переднюю руку с весом на передней ноге и добавляет левую. И Флойд ничего не может сделать, посмотрите. Может, ну вот, вышел из угла. Но пол снова возле него. И Флойд сам подходит, у него бокс такой. Два по корпусу пропустил. Флойд Мейвезер. Пол даже блок не поднимает, посмотрите. Он с ним работает. Ну вот, Марвин Хаглер, Винсента Сальдивар. Вот эта манера. Сарасакет, Сорлинг Висай. Вот эта манера, посмотрите, даже Флойд Мейвезер ничего не может с ним сделать. Ух, на два удара нарвался Флойд вблизи по корпусу. Промахивается и снова по корпусу. Левый, правый прямой, правый сбоку. Три правых сбоку за блок. Пробивает легких пол Спадафора. Пропускает джеб, промахивается Флойд. Взял паузу пол, пока не прессингует. Смотрите, полностью профессиональная манера. На всех дистанциях боксирует. С Флойдом Мейвезером боксирует на всех дистанциях хорошо Пол Спадафора. Вот это бокс, понимаете? Не шурается, если Флойд подошел. Не шурается сам подойти. Не шурается сам отойти. И за спину может зайти. Все может этот парень. Работа вблизи. Вот посмотрите, когда нужно ударить передней рукой, у него вес на передней ноге. Когда нужно ударить левой рукой, у него вес переносится на заднюю ногу. Очень хорошая работа вблизи от Спадафоры. Пропустил апперкот, тут же ответил 2. Пропустил 2, тут же ответил 4. Посмотрите, Флойд не может его перебить. Очень непросто Флойду. Но потихоньку приспосабливается. Потихоньку начинает он понимать пола. Но в то же время выигрывать у него пока не получается. Левый прямой снова на сближение. Короткий такой. Джеб пропустил. Нет, правый прямой это был. Пол Спадафоры. Работа вблизи. Так. Джебы от пола. Не дотягивается. Пол иногда может и стойку поменять. Но это для таких микромоментов.
Снова левый прямой на сближение. И по корпусу, и по голове сразу переводит. Смотрите, какая работа на ближней дистанции хорошая у этого парня. Проигрывает Флойд, проигрывает. Итак, следующий раунд. Пол с подофора Флойд Мейвезер. Пока у Флойда ничего не получается. Снова пропускает этот левый прямой в корпус. В контратаке Флойд работает, но этого недостаточно для победы. Как ни крути. Конечно, им тут никто не выставляет никаких судейских вердиктов. Работа вблизи, посмотрите, размениваются. Но Пол лучше, посмотрите. Флойд старается отвечать столько же ударов, но в итоге сам и клинчует. Сам он больше устает, не хватает функционалки перебороть этого парня. Возможно, сказались удары в корпус Флойда. Возможно, Флойд просто менее функционален. Но вот посмотрите, ответа от Флойда нет. Не выпускает его из этого угла Пол. Ух, серия. Флойд спасается пока за счет блока. Но явно не выигрывает. Пропускает Флойд левый снизу. Бьет по корпусу справа Флойд. И у него аж руки опускаются. Флойд устал. Ух, какая серийная работа. Посмотрите, это уже который раунд. Какая серийная работа от Пола. Это настоящий профессиональный боксер. Опять же, вот это ведь не с мешком спарринг, ребята. Это спарринг с Флойдом Мейвезером. Видите, как профессиональная манера, когда вы можете работать на всех дистанциях, когда вы можете сдваивать, встраивать и переднюю, и заднюю руку, менять вес на котором, ногу на которой вес. Смотрите, какая работа от Пола с подофора. И никакой Флойд Мейвезер ничего не может сделать. Снова пропускает этот левый прямой на сближение. Марвин Хаглер постоянно так сближался с бойцами. Работа вблизи, как у Винсента Сальдивара. Вот один, ну два удара ответит Флойд. Но у него дальше у него нет бензина. Дальше у него нет разноплановости, серийности. Плюс Флойд работает только ответными контратаками. Он очень мало встречает. А с подофора может и встретить Флойд. Опять же, прессинг, агрессия на это все. Если бы были судьи, они бы тоже на это на все смотрели. Снова по корпусу от подофора. Снова сдваивает опять переднюю ручку. Какой прекрасный бой, а? Флойда не хватает. Не хватает хитрости. Пропускает правый, левый. Уже все удары Флойд пропускает. Ну и отвечает хорошо. Смотрите, с подофора руки опустил. Дал Флойду поработать. Но посмотрите, какой серийный ответ. Он даже опустил руки, чтобы у Флойда было какое-то преимущество. У Флойда уже функционала нет, бить. Даже, посмотрите, даже уже не дотягивается Флойд. Ух, через блок попадает Пол. Промахивается своим правым прямым Флойд. Раунд заканчивается. И посмотрите, Флойд Мейвезер сел. Лег. Лег. А Пол стоит. Я думаю, этого достаточно, чтобы понять, кто выиграл этот бой. Вот такой вот парень был Пол с подофора. И боя с ним Флойд Мейвезер избежал. И никогда не комментировал, почему он это сделал. Хотя это был последний боксер в легком весе, с кем он не бился.